совсем недавно практически это, потому что стихи написаны буквально вот, может быть, месяца-два назад. Бабья доля. Учила ведьма родную дочь, повсюду будешь одна. Мужчина и друг тебя знает точно, он выпьет тебя до дна. Смеялась дева кудрявой, уставив руки в бока. Мужчина меня никогда не тронет, я в руку слабака. Вот бабья доля, постель за хлеб, муж воин, жена страна. Учили женщины, дашь на челеком, выпьет тебя до дна. Тряхнула дева льняной копной, мудрость моя велика. Он будет добрый, ласков со мной, будет легко рука. Вот бабья доля, захочет восемь, и это твоя вина. Мужчина, не была и гнев, он выпьет себя до дна. И век не будет судьбы иной, и участь предрешена. Добыть ему золотое руно, и чашу испить до дна, и чашу испить до дна. И чашу из пить до дна.